Сегодня Витебск встречает уже полюбившуюся минчанам акцию «Свободный рояль», которая проходит в рамках классики «Уратуши» с полком. Как зовут? Софья. Софья, что будем исполнять? Пинки вариации на тему «Среди долины». Классика «Уратуши» с Вилком — это уже проект, который длится 4-й год. Это такой бренд, это культовый проект для Минска, для столицы. В этот раз он выходит за рамки города Минска и приходит в Витебск, культурную и фестивальную столицу Беларуси. Акция бьет рекорды по количеству людей. Мы проводим ее обычно всего лишь час, с 6 до 7 вечера, или там сейчас с 5 до 7, с 5 до 5 до 6, но за это время успевают пройти порядка там 70-80 человек. То есть можно представить, что в целом среднее время звучание каждой композиции составляет 30-40 секунд. По аналогии с Минском и в партнерстве с Белорусской железной дорогой компания «Вилком» была организована в Минске, в Витебске, равно как и в Минске, встреча поездов на главном вокзале города под музыку классических композиций. Классику необходимо выводить за рамки здания, за рамки концертных залов. Она должна быть общедоступной, она должна быть везде. Поэтому, собственно, вот такой формат open-air для классической музыки – это действительно одно из тех решений, над которым мы думали и которым мы с большой радостью реализовали. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.